Всем добрый день. Дилевское представительство от торгового дома Никотен представляет вам обогреватель энергосберегающий для отопления дома, квартиры, на даче. Вот. Состоит он вот, выглядит таким образом. Залитый, значит, он здесь, лицевая сторона у него керамическая, залита керамикой. Здесь и железный сзади каркас. Здесь алюминиевый, сзади еще железо у него. Там сделаны воздушные щели. Металлические щели, вот они, видно, для захода воздуха снизу забирает и сверху идет воздух уже. Ну и чтобы к стенке, когда прикреплять, стенка не нагревалась сильно. Вот. Он свободно крепится на стену, прикрепляется в нужном моменте, где в нужном месте, где вам удобно. Вот. Обогреватель очень экономичный. Работает он от 220 вольт, но я подключил пока напрямую вилку, ввел. Вот. Но нужен обязательно термостат. Термостат пока не подвезли, вот. Обещали привезти. Будет термостат, подключим термостат и будет равномерно работать он. Вот он уже прогревает квартиру, сейчас вот сухо уже встает. То был немножко сыроватый воздух. Можно было бы термостатом убавить, и он бы работал экономичнее. Ну, лето выпало такое, вот, что приходится обогревать так вот. Так-то у меня вот, видите, отопление капитальное. Вот. У кого есть проблемы с отоплением, можно попробовать взять такую штуку. Сначала можно маленький размер взять, можно побольше сразу. Потом я покажу, какие есть размеры. И все вы решите. Так, вот значит его коробка упаковочная. Тут экономия энергии 40-85%. 85% это уже при с терморегулятором, когда работает. Основные преимущества: экономичный, пожаробезопасный, влагостойкий, безопасный для здоровья, не сушит воздух, простой монтаж. Но я бы выделил самое главное, что не сушит воздух. Вот. Все обогреватели, масляные или тенновые, какие, они очень сушат воздух и дышать тяжело. Этот же работает, я бы сказал, совсем по-другому. Воздух совсем отличается намного. И вот не надо путать его. Вот видите, здесь написано керамический, стоит галочка. А кварцевый нету. Значит, это керамический. А то бывает путают керамический, как кварцевый, чем отличается. Модель 300, значит, на 300 ватт. То есть он потребляет 300 ватт в час. Это на полную мощность. Если же при прогреве он будет давать большую экономию, если мы терморегулятором убавим его наполовину, он будет давать большую экономию. Гарантия, значит, дается ему на 5 лет. Вот. Выпускается он, значит, торговым домом Никотен, Краснодарский край, город Краснодар. Вот. Ну, еще что. Да, тут вот у него, значит, есть крепления. Вот они, крепления, чтобы крепить к стене. Простое крепление, просверливается отверстие.
вкручиваются эти шурупы такие вот и подвешиваются. Ну, подвешиваются, конечно, ближе к полу, так же, как обычно, не на 2 метра, не под потолок, естественно. Вот. Вот он у меня стоит, сейчас уже он горячий, вот, рука уже горячая. Уже вот сейчас бы терморегулятор можно было бы включить, и мы бы уже получали преимущество. В этом, в экономии. Теперь вот здесь вот есть такая вот буклетики, вот гамма какая у них существует цветов этих панелей, вот покажу я вам. А вот они сами терморегуляторы, вот здесь сразу с розеткой идет. В розетку втыкаете, там как вилка она, а сюда уже терморегулятор включается. Ой, сама эта панель. Вот. Есть вот такой, который вставляется в терморегулятор, сам вставляется в розетку. В розетку снимаете и в это отверстие вставляете его и подключаете. Вот, таким образом он работает. Еще что хочу сказать. Хочу сказать, что при покупке обязательно вы должны получить вот такую книгу. Книгу тут расписывается. Этот покупатель, продавец. Здесь описание, потому что пошли подделки. Вот, нас предупредили, что идут подделки. Видел я, слыхал. Так что лучше выходить на официальных дилеров. Если хотите приобретать, у кого есть желание. Ну, размеры они бывают разные, эти плиты. Эта плита, значит, 60 на 30. И расположена здесь просто спираль. Спираль подключается к сети, и все, и заработала. Принцип работы просто простой. Залит она вот именно в керамический состав. Вот. На этом я буду заканчивать. Еще я покажу вам, потом зайду на сайт. Хотелось бы мне показать цены разных размеров. Но это потом я включу потом. Так что давайте, кому кто желает, пожалуйста, будет внизу ссылка, где можно связаться с этим дилером для приобретения, для договора купли таких вот радиаторов. Возможно, даже доставка на дом, если близко где-то живете. Ну все, на этом пока. Кому надо, пишите.